Ребятушки, привет! Понадобилась замена такого устройства, ну то есть не такого, а этим устройством поменяем вот этого MR3420, который поддерживает USB, модемы и так далее. Это ревизия версия 2.1, то ли это мой оператор интернет-связи, провайдер тупит, то ли уже роутеру потихонечку приходит аминь. Потому что по Wi-Fi достаточно фигово работает. Выбор пал на сие чудо. Почему? Потому что вообще рассматривался вариант взять самый дешевый 2,4 Гц. Но подумал, ладно, пусть будет самый дешевый 5-герцовый. Таких разговоров о Wi-Fi 6 не идет от слова совсем. Это... Здесь это не нужно, пока что мне это в Коломыи просто не нужно. А данный роутер, я думаю, что будет достаточно неплохо работать. Проверим, посмотрим. Стоит, смотрите, сейчас называю магазины, вот, которые есть. Они в этом видео, да, их название, но это не реклама вообще ни разу. Он куплен в Украине в Фокстроте, обошелся 1350 рублей, может 1355 рублей. Вот. В России стоит, сейчас посмотрел в ДНСе, 1299, то есть разница просто минимальна. Экспресс-распаковка. Договорился о том, что смогу вернуть. Если окажется, что это все же мой провайдер бесится, провайдер клянется, божится, что на их стороне все хорошо. Провайдер, также я называю его, видео без рекламы. Провайдер Quant 2, Quant 2 Коломыя. Вполне полагаю, что в интернете... много видео распаковок данного девайса, ну просто зарисовка, чтобы быть, ребятки, с вами на связи. Так, что там у нас полетело. Угу, вот у нас, как обычно, макулатура в таких случаях. На украинском написано, додаток до инструкции. Кстати, импортер в Украине TP-Link Ukraine, то есть через TP-Link завозит это все дело. На самой коробке у нас, кто уже успел рассмотреть, сама коробка без локализации, грубо говоря, кроме одного, вот здесь написано у нас на русском языке, есть информация, все, больше нигде нет. А здесь идет у нас наклейка на русском языке, на украинском языке нету, только есть, как сказать, вложка на украинском языке. В комплекте у нас кабель питания. Не брендированный. Так, я смотрю его характеристики. Да, не вижу я, чтобы он был брендированный. Если у нас, например, TP-Link-овские идут, прям TP-Link выбито, выдавлено. Здесь у нас блок No Name. Это не принципиально. Очень маленький, компактный. Значит, это у нас матовая пленочка. Пакетик, то есть, да. А, ну и в комплекте идет обычный, не плоский, но тонкий, кстати. Тонкий, четырехжильный. Кому это видно, четырехжильный. Патчкорд у нас идет. Так, ну, значит, для меня важно было, чтобы сзади было крепление на стену, потому что только так могу его здесь эксплуатировать. Значит, антенны. Я так полагаю, 2,4 и 5 Гц по 2 антенны на каждый диапазон. Значит, можно вверх или так, крутится, все, дальше идет стопор. Вот, на себя, вот сюда отогнуть не получается, не получится. Посмотрим, как это все дело у меня там на стене поместится. Так, дальше у нас идут здесь индикаторы. Wi-Fi, интернет, я так полагаю, питание и так далее. Антенны сами
Сами корпусы антенн достаточно такие массивные, но роутер очень легкий. Роутер легкий, каким-то образом, каким-то боком мне напоминает кинетики. И дальше у нас кнопка VPS Reset, сброс настроек, гнездо питания, 1 ван и 2 лана. И по большому счету, там у меня на стене так и по 2 лана только и выведено, чего будет вполне достаточно. Ладно, попробую, значит, будем его подключать, затестируем, дальше проверим. Все, на данный момент пока, если по скорости что-то будет интересное, я еще видео добавлю. Пока. Монтаж роутера произведен успешно. Сеточку 2.4G оставил для своего ноутбука, к сожалению, 5G не видит. А так все остальные устройства на 5G, 3 в 100 мегабит, в районе 93 мегабит, загадочка, отдача, плюс-минус. Одинаковая, в общем, считаю, что за 1350 рублей, достаточно вариант неплохой. Ничего сверхъестественного, все порты 100 мегабитные и так далее. Но 5G здесь вообще, я ни у кого 5G вообще не нашел, чтобы кого-то светилось, то есть здесь ни помех нету, ничего, нет никаких, чтобы накладывались сетки друг на дружку. В общем-то все, на данный момент погонял роутер и устройством доволен. Всем спасибо!